Вивон Ларат еще никогда не был в такой хорошей форме. Он словно бодибилдер, сказал Давид Дадикян в интервью «Железному рейтингу». Денис Цыпленков не уверен в победе Виталия Валитина, так как поединок пройдет на левой руке. Кадиргалиан Гарбаев встретится с чемпионом из Грузии Иракли Зирукашвили. Тобиас Спаронг против Виталия Валитина. Если бы поединок проходил на правой руке, я бы все деньги поставил на Виталия. Но вот в левой руке как-то я не уверен. Потому что Виталий периодически готовится и выступает на турнире AMC. А турниры AMC проходят только на правой руке. И у меня есть подозрение, что Виталий не уделял много времени тренировке левой руки. Потом для Тобиаса Виталий очень большой раздражитель. Если он его победит, то поднимется очень высоко в рейтинге. В чью пользу, по-вашему, закончится этот поединок, напишите в комментариях. Видно, что для Тобиаса это очень важный поединок. И он в хорошей форме. Он сильно набрал. И Виталию будет очень непросто. Хотя, конечно, я лично буду болеть за Виталия. Помните прошлого Дивона Ларата? Да, конечно, он был большим. Но те килограммы, что были у него, были недостаточно качественными. Сейчас он приехал совершенно другим. В нем нет ни грамма лишнего веса. Видно, что подготовка прошла очень хорошо. При всем уважении к Геннадию, я считаю Дивона явным фаворитом данной схватки. Да, безусловно, Гена даст бой канадцу, но победить ему вряд ли удастся. А как считаете вы? Напишите в комментариях. Казахстан против Грузии. Кто окажется сильнее, Кадыргали Ангарбаев или Иракли Зирукашвили? Ангарбаев неплохо показал себя в борьбе с Джоном. Но хватит ли ему этой формы против грузинского атлета? Мне кажется, шансы равны 50 на 50. А как считаете вы? Напишите в комментариях. Друзья, остались считанные дни до соревнований, которые мы проводим, где будут армфайты с участием спортсменов-инвалидов. Прошу вас откликнуться на мою просьбу и помочь нам в приобретении призов, оплаты дороги и питания спортсменам. Соревнования с большими призовыми среди здоровых спортсменов проходят часто. У инвалидов же это большая редкость. Перевести денежную сумму можно по телефону, к которой привязан к карте. 8 920 177 55 61. И помните, добрые дела всегда возвращаются. Для вас работал чемпион мира по пара-армрестлингу Зинатулин Руслан.